Управитель 10-го дома в 11-м доме. Мне очень нравится это соединение, то есть человек здесь хочет больших денег, но при этом хочет их достигать через свой профессионализм. Чаще всего такие люди на своем месте, они заканчивают правильное образование, которое приводит их к правильному выбору профессии и к очень большим возможностям в деньгах. Я думаю, что это идеальное соединение для любой профессии, потому что эти два дома работают друг на друга. Здесь самое главное, чтобы у вас было сочетание того, как вы развиваетесь как специалист, и того, сколько вы денег за это берете. Если вы берете больше денег, но не успеваете развиваться как специалист, то у вас будут плохие отзывы и потом проблемы. Если вы развиваетесь как специалист очень круто, но боитесь брать большие суммы за вашу работу, здесь ценность понижается, и получается, что ваше развитие будет тормозиться. Поэтому, естественно, да, понимая, что 10-й связан с 11-м, здесь важна не сама суть соединения, а того, что нужно развивать мышление. А мышление – это уже 9-й дом, это 1-й дом. И, в общем-то, вся карта – это мышление человека. Поэтому хотите, чтобы ваши дома денег работали, изучите всю карту. Научитесь с ней работать, обучите себя, как жить внутри карты. Вот тогда у вас будет результат. Научитесь с ней синхронизироваться, потому что только эти два дома не приведут вас к успеху. Здесь нужно понимать все положения планеты.